Электробусы в новом дизайне курсируют по столичных улицах. Внешний выгляд обновили 6 новых машин до початку европейских гульнев. До конца года появятся еще 17, а в вугле их будет 28. Еще 32 электробусы будут повеличенного померу должиной 12 метров. Они начнут курсировать в наступном году. Их дизайн будет крыху отрозниваться. Хутка меньшане смогут проехать и на новых гибридных автобусах. В студене первая машина начнет тест-драйв у реальных умовах. Так само у найближчыя гады на прадпрыемстве асвоюць вытворчасць грузавых электрычных аўто і беспілотнікаў.